Всем привет! Приобрели колонки Adele Audio Ryan 165. Будем устанавливать Volkswagen Passat. В передней двери штатные места. Будет питаться от магнитолы. Данные динамики с мощностью 110 Вт. Частотой 110 до 12 тысяч. Чуйка 97,6 дБ. Диаметр звукокатушки 1 дюйм у данных динамиков. Также хочу сказать сразу, что у данных динамиков гарантия, и у продукции Adele Audio гарантия 2 года. На обороте продукции можно ознакомиться с сервисными контактами. Также хочу сказать, что у Adele Audio действует подменный фонд. Он на всю продукцию, даже на провода. Что это такое? При выходе вашей продукции Adele Audio из строя нужно обратиться в сервисную службу, в сервисным представителям. Заполнить кое-какие небольшие документы, анкетку, внести небольшой комиссионный взнос. И Adele Audio вам гарантированно заменит вашу акустику из строя и продукцию на совершенно новую. Также хочу сказать, что на брошюрке вот как раз-таки это все указано. Вот сниму я обзор на любую продукцию Adele Audio и получу скидку 20% или акустику в подарок. Да, можно получить аналогичную акустику снятого видеообзора в подарок любого типа размера. Или же получить скидку, или же фирменную одежду. Что у нас в комплекте с колонками? Фирменный шильдик. Так, Adele Audio. Фирменный ароматизатор. Наклейка Adele Audio. Динамик у нас находится в защитной пленке. Отличный вид. Внушительный размер магнита и вес. Удобные два типа зажима у данных динамиков. Хороший диффузор, красивый матовый цвет, ничего лишнего. Будем ставить, смотреть, на что способны данные динамики. Демонтировали ставили штатные динамики таким варварским методом. Установлен Ryan 165 Volkswagen Passat. Будет играть от головного устройства. Позже будет установлен усилитель Adele Audio. Вставляй другой. Наш мир все же один, и вплетается в облака, не везде привяз, туда сидим. Не слезают с потолка, любовь, твой непобедим. Не может не ждать конца, любовь. Офисное место в Volkswagen для пищалок, для рупоров.
данные динамики у нас от штатной магнитолы. Отличное качество звучания от головного устройства. Рекомендую для установки, для замены штатной акустики. Отлично подходит в штатные места без каких-либо проблем. Ничего не нужно мудрить, пилить. Все встает в те же места. Погромче маленько сделать.